орешь? Чего орешь? Бетон! Куда сгружать? Чего? Бетон, говорю, куда сгружать? Мне бетон не требуется, я не заказывал. Давай мы здесь шлепаем. Ай! Черт возьми, ну что ты, конец отрубили, а? О! А что тебе надо-то? Бетон, говорю, куда сгружать? Да пошел ты со своим бетоном и пол к Масакову. Может, ему требуется. Васильевич, давай рыбу делай. А? Часа с бетоном катаюсь. Куда сгружать? Бетон? Ну? Бетон. Я что, разве на сегодня заказывал бетон? Слушай, это ты... Даша! Мы что, разве на сегодня заказывали бетон? Здрасте вам, Кирилл. Вы же велели не заявлять. Я не заявила. А? Никакого бетона. Бетон! Куда сгружать? Ну тихо, ты тихо. Ну что ты орешь? Тебя... Кто сюда направил? Да как кто? Зинуля. Вот сказала, на очистные сооружения сюда. Вот. Вот пусть Зинуля и отвечает. Так, очистные сооружения бетон не заказывали. У нее, когда надо, никогда не добьешься. Я вон в понедельник на коленях стоял и за одной машины бетона так не дала. А сейчас вот прислала. Так что будь здоров. Большой привет Зинуле. Слушай, я 40 минут сюда вез. Теперь что, обратно? А ну, принимай! Ну ты пусти руки, ну! Ты принимай, я тебе убери говорю! Убери руки! Я сейчас тебя забетонирую этим бетоном! Руби, понял? Убери. Будешь руки. Первым памятником в этом городе! Ты понял ты? Орёшь-то! Вот ты поди Зинулю и забетонируй! Да! А он ты тут при чём? Я-то при чём? Не заказывали мы бетона, не заказывали! Да нет, я его забетонирую, я его... А я говорю её! А то сидит там, понимаешь ли, королева! Детский сад! Ой, Иван Кириллович! Ой, Иван Кириллович! Ой, Иван Кириллович! Ой, Иван Кириллович! Совещание проводит, а он, ишь ты, разгуделся под окном. Как фамилия? Вы вот что. Вы скажите Виктору Николаевичу, что водитель Петренко просит его немедленно спуститься вниз. А не то я буду гудеть тут до тех пор, пока он сам не выглянет. Водитель Петренко! Водитель Петренко! Да что вы делаете, водитель Петренко, водитель? Хватит, хватит! Я уже выгляну. В чем дело, Петренко? Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте. Вот, поздравляю вас. 5 кубометров бетона везу на свалку. Зинуля направила на очистные, не взяли, говорят, не заказывали.
Вот катаюсь 2,5 часа, а теперь еще буду этот бетон выковыривать ломиком с кузова. Кто мне за это заплатит, а? А за бетон этот кто заплатит? А за бензин? За резину вон, что трется зазря. Кричим, транспорта не хватает. Видно, чего-то другого не хватает, а не транспорта. О, сейчас я этот бетон вам под окно свалю на память. Ага, отпустите людей. Поедем на растворный, разберемся. Ну, поедем. Поехали. Поехали, поехали. Ну что, проехал ты к этому самому прорабу. Прорабу, где я заказывал. Аппаратная, я же вам сказала по-русски, машину под вторым бункером не загружать. У него заявки нет, бетона не получит. Убери лапу. Проболтался где-то 2 часа, а теперь рвешь путевку. Да поломался я еще за Авгару докладную заделаю, ну, а не только сюда напишу. Алло, что будем делать с вентиляцией? У меня там девочки цемент глотают. Что значит у вас не 10 рук, а у них что, по 10 легких в грудях? 55-33? Сдай в сторонку, пропусти цементовоз. Уснул, что ли? Ты-ты! Внимание! 80-11 везете на пятую насосную. Повторяю. 80-11, пятая насосная. Назад! 57-13, назад! Водитель 57-13, я отстраняю вас от работы. Да ты че, я пошутил, Зинечка, вот путевка. Шутник нашелся. Я же вам объясняю. Они глотают цемент. Вы когда-нибудь глотали цемент? Короче говоря, если завтра вентиляция не заработает, я напишу начальнику докладную, все. Женуля, ну ты че в натуре? Ну что? Сказала, заявки нет, бетона не дам. Освобождай бункер. Как это не дам? Как это не дам? Я тебе распоряжение начальника показывал. Зинуля, давай бетон, у меня бригада стоит. У меня весь бетон расписан по разнарядке. И тоже подпись начальника стоит. Ну? Если я тебе дам, значит, я кому-то из них не дам. Да фиг с ними. Пусть начальник напишет, кому из них не дать, тогда я тебе дам. А всем давать я не могу. Убирай машину. Нет! Что нет? Ты хочешь, чтобы я сама села за баром? Я могу. Только твой самосвалишка окажется в болоте. Придется трактористу трешку дать, чтобы вытащить. Я тебе записку Виктора Николаевича показывал. Показывал, давай бетон. Я плевала на твои записки. Я рву твою записку. Коптяева, успокойтесь. Здрасте. Здравствуйте. Прям в точку. Что же вы делаете, Виктор Николаевич? Я же вас неоднократно просила. Докладные писала, на собраниях выступала. Если вы пишете «дать», пишите вместо кого «дать». Вы знаете, у меня нет бетона сверхразнарядки. Вам лишь бы отмахнуться, они приезжают сюда с вашими записками, прямо разрывают меня на части. Да вы же авторитет своей подписи принижаете. Ну неужели непонятно? Тебе что надо? А он сейчас, Виктор Николаевич, тебе скажет, что мне надо. Чего? Того. Аппаратная. Здравствуйте, девушка, это Виктор Николаевич. Пожалуйста, загрузите самосвал под вторым бункером. Виктор Николаевич! Посмотрите, сколько бетона заявлено на очистные... Нисколько не заявлено. Вы хорошенько посмотрите. Нисколько. Тогда зачем же вы туда послали? Как это я могла послать, если нет в разнарядке? Да вы что? Какой номер? Что? Номер машины. 3121. Пожалуйста. 3121 отправлен на водозабор, а вовсе не на очистные. Выехал 14:20. Что? Куда направлен? Водозабор. Отмечен. Интересно. Как это ты оказался на честных? Я тебе сейчас отмечу. Я сейчас так отмечу, что мать родная не узнает. Я-то думал, прораб мозги крутит. А оказывается, она. Я?
Да ты соображаешь, что ты говоришь? Как я могла направить на часы, если их нет в разнаряд? Я пока не глухой, я пока не чокнутый. 3 года вожу бетон, ни разу не спутал. Так какая ж мне радость мотаться туда-сюда. Виктор Николаевич, честное слово, я клянусь вам, я первый раз слышу водозабор. А я первый раз слышу очистные. А я 20 минут тут находился, пока встал под загрузку. Вообще этого слова водозабор не звучало. Не было этого слова водозабор. Не слышал я водозабор, не слышал. Я, и все. Я водозабор. Где бетон? Виктор Николаевич, да что же это у нас делается? Вот вы говорили, непрерывное бетонирование, ответственнейший фундамент, а она 3 часа не жрет. Теперь пол фундамента придется раздолбить, представляете? Слушай, ты вроде техникум кончила. Неужели непонятно, что такое непрерывное бетонирование? Вот тут же написано, подчеркнуто, восклицательный знак стоит. Я направляла. Что ты направляла? Что ты направляла? Глаза бесстыжие. Прекратите. Ставьте акты. Вы и вы. Хорошо. А вы работаете здесь сегодня последний день. Завтра сдать дела из понедельника бригаду. Кассировщицей. Вы что вообще? За что? Языком молоть надо поменьше. Это прямо рвутся все управлять государством, а послать машину бетона куда следует вовремя некому. Виктор Николаевич! За что вы меня? Не верите мне? Мне? Петренко, а ну-ка вернись. Ты мне еще и нюкать тут будешь. Дерьмушка! Да что же это такое? Да что же это такое? Аппаратные, девчонки, Валя, спускайся вниз. Остаешься за меня. Нинка, Оу. Ты остаешься за Валю. Стой! Петренко, ты зачем сейчас врал? Я не посылала тебя на честные. Я не могла отметить одно место, а послать в другое. Со мной не бывает такого никогда. Ну, в чем дело? А ну, брось дверь. Брось дверь, я сказал. Да брось дверь, мне ехать надо на свалку. Я с тобой поеду. Фу. Со мной хочешь? В лесок? На травку, да? Ну, давай, залазь. Поехали. Перепутал? Ну, признайся, тебе ничего не будет особенного. Могу только за бетон высчитать. Да я тебе верну с получки, если такой крохобор, слышишь? Я тебе верну. Ты что, перепутал? Ничего я не перепутал. А как же так вышло? А что вышло? Ну, что я тебя послала в одно место, а ты повез другое. Я нарочно так сделал. Ты чё несёшь? А вот так. Специально, чтоб тебя проучить. Шутишь? А-а.
Я человек серьезный, мне шутить некогда. Будешь теперь знать, как строчить докладные записки на людей. Какие записки? Такие. Не знаешь, какие? Каждый день пишешь. Он на меня месяц назад написала. А сейчас ее вытащили. Пришло 3 жигуленка на гараж, 6. Я первый стою на очереди. В обед побежал, обрадовался. А мне вместо машины докладную твою показывают. Вот, мол, Петренко, нарушаешь, подождешь. Из-за этого? Ты с ума сошел? Ты сошел с ума? Ты сейчас не соображаешь, что ты наделал? А ну останови. Чего? Да останови, ты, тебе говорил! Ты что ты делаешь? А ну разворачивайся! Немедленно! Признаваться поедем, к начальнику поедем! Сейчас прямо разбегусь тебе разворачиваться! А ну вылазь с машины! Вылазь к чертовой матери! Ну ты подожди! Ты смотри, что она делает, а! А ну вылазь с машины! Вылазь, я тебе говорю! Ты посмотри! Она... Брось меня! Отцепись! От... Я тебе сказал! Посмотри! Сумасшедшая! Петренко! Опомнись! Я что, со зла на тебя написала? Я всегда пишу! На всех! Если нарушение! Я обязана так! Ты тогда проболтался полсмены неизвестно где! А теперь я виновата! Подожди! Куда ты опять лезешь? Иди сюда! Брось! Брось шею, я тебе говорю! Отцепись так меня! Хочешь? Прилипла, ну! Ты меня знаешь, Петренко! Слушай! Я не дам тебе эту подлость захоронить! Я докажу! Да ну! Ну, давай. А ну, поехали сейчас. Ты подожди. Потом пожалеешь. Ты скажи мне, вот скажи ты мне, как ты докажешь, а? Что, соберешь слова обратно? Из воздуха, да? Ах, тебе боженька кассетку пришлет. Там у него все записано, да? А ты потом на магнитофончике все прокрутишь, да? Вот, мол, Виктор Николаевич, сам Всевышний подтверждает, что я посылала его на водозабор. Имей в виду, про водозабор я ничего не слышал. Да. И сейчас я тебе ничего не говорил. Вот не звучало этого слова «водозабор». Да. Свидетелей нет. Вон, лес кругом. Я, Господь Бог, я. Господь Бог! О, поняла? Ну ладно, мне еще на свалку ехать. Со мной так не надо, Петренко. Я не заслужила. Со мной так не выйдет. Выйдет, выйдет. Вот дерьмо из тебя все выйдет, а человеческое останется. Да за такие вещи знаешь, что делать надо? Взять топорик и вот эту рученьку, что докладную писала, отрубить. Ты не бог! Ты зверь! Я прошу тебя, поедем к начальнику. Ты же мужчина, Петренко. Я прошу тебя. Я прошу тебя. Thank you.
Ну, что? Поехали. Или как? Запомни, Петренко, ты меня учить жить не будешь. Да ну? Слушай сюда. Так. Я. Я. Я не встану с этого пенька, пока ты не расскажешь все начальнику. И пока вы оба, так, вы оба, ясно, не приедете просить прощения у меня. Понятно. Понял? Понял. Ты будешь, да, просить прощения у меня. Вот здесь, у меня, вот здесь. А теперь еще. Сюда, сюда. Телогрейку дать? А? Это пенек твердый, а сидеть тут долго придется. Задница онемеет. А? Дура. Можешь сидеть тут, пока не окочуришься. Пока сама в пенек не превратишься. Нашла кого пугать. Товарищи, заканчиваю. 44-22. Загружаешься последним. За ним очередь, прошу, не занимать. Привет. Где Зина? Петренко, ее ведь сняли из-за тебя. Вон, а начальник-то приказ прислал. Ну зачем ты бетон повез не туда? Ну как тебе не стыдно? Я не туда? Ну. Это ты что? Она все напутала, а я виноват. Ты прям совсем. Я не туда. Короче говоря, она вас там в лесу ждет. Ну тут недалеко, как на свалку ехал. Чего она там делает? Цветы собирает. Аппаратная? Нинка! Ну-ка, давай быстрее вниз. Зинули, что это случилось? В лесу сидит. Давай быстрей, быстрей! Значит так, слушайте меня внимательно. Сейчас надо всех поднять. Ты, Валя, поедешь на квартиру к начальнику. Ты, Нинка, поедешь на квартиру к Петренко. Нет, вместе поедете, лучше. Петренко сказать, ничего не изменилось. Она осталась в лесу. Советуем тебе немедленно во всем признаться. Хуже будет. Да нас пошлет. Не пошлет. Пошлет? Не пошлет. Он испугался, это же ясно. Почему он вас сюда направил? Испугался. Я даю голову на отрез. Он стоит сейчас где-нибудь за углом и наблюдает, приеду я с вами или нет. Трус. Начальнику сказать. Вот вы, Виктор Николаевич,
поспешили подписать приказ, не разобравшись. А теперь Коптяева сидит одна в лесу. Она в жутком состоянии. Мы боимся, как бы она что с собой не сделала. Все общежитие гудит, скажете. Все хотели к вам прийти. Мы еле сдержали людей. Попросили подождать, пока сначала сами не переговорим. Зина, день рождения. Что день рождения? Зина, ну ты что? Ну? У Людочки-то день рождения. Клава ждет. Я обещала пирог спечь, забыла. День рождения отменяется, скажешь Клаве. Короче говоря, чтобы до них дошло, что Коптяева сидит и вставать не намерена, пока не будут выполнены все ее требования. Что люди встревожены, что шум будет поднят на всю стройку и выше. Ясно? Так. Когда все сделаете, Нинка, остаешься в городе, Валь, сюда приезжаешь. Нин, пожалуйста, попроси своего Юрку, пусть заведет мотороллер и будет наготове для связи. Так, телефон начальника. Я не помню номер квартиры, позвоните, узнаете. Дом, пятиэтажка, напротив кинотеатра. Все. Вопросы есть? Тогда все, Валя, вперед, вперед, вперед. Я никуда не поеду. Почему? Вчера поругалась с Юрой. Надо поговорить. Ты извини, Зин, конечно. Но у меня же судьба решается. Ну, Ниночка... На тебя никогда нельзя рассчитывать в таких делах. В каких делах? В общественных. Валюша, поезжай, все расскажешь Клаве, обе сюда приедете. Ничего, ничего, Ниночка. Может быть, и тебе пригодится. Не завтра умираем. Валя, давай. Зин. Зин, Клава не может. День рождения, ну. Девчонка с утра новое платье надела. Клавка, поди, вся извелась. Я еще пирог обещала спечь. Ничего не получится. Клава не может. И я не могу. И вообще, пойдем отсюда. Интересно-то как. Ой, интересно. Прям здорово. Молодец, Валька. На уровне Нинки работаешь. Не нарадуюсь на тебя. А ну-ка, шагом марш. Обе, быстро! Очистить поляну. Это все-таки природа. А вы тут дышите своими парами. Валь, пошли отсюда. Зина, зачем ты так? Давай поедем с нами, а? А завтра... Пойдем всей бригадой к начальнику, да и попросим, чтоб тебя оставили. Я ни перед кем не провинилась, чтобы просить за меня. А нет, ты, Зин, мы за тебя попросим. Я запрещаю. Уходите. Валя, пошли отсюда. Стойте. Да вы что? Меня хотят уничтожить. А вы уходите. Вы вообще соображаете, что вы делаете? Вы мне кто? А ты-то чего? Не знаю. Зина. Зина. Зин. А что такое случилось? Зина. А? Ты что, заболела? Зина. Забеременела, ноги у тебя подкосились. Чего ты на пенек села, а? Ты бы еще вон на дерево забралась, не догадалась? Вот дают, а? Ну, дают. Да. Хорошее дело. Да. Копил, копил мужик денежки, ждал машину, а ему фигушки. Из-за чего? Из-за твоей докладной. Зина, ты вообще скажи спасибо, что так. А то вот однажды пойдешь по стройке, а тебе, хоп, кирпич на голову. Случайно. Да бросьте, девки. Надо ж быть человеком, а? Я не человек. Я не человек. Люди ждут бетона. Он в это время халтурит, а я должна закрывать глаза, по-твоему? Правильно. Мужику заработать надо, у него семья. А те, которые ждут бетона, не хотят зарабатывать? У них нет семьи. Они воздухом питаются, да не машины. У тебя привычка прекрасная махнула, и вроде ты доказала, вроде ты права, а ты ничего не доказала. Чем я не человек? Почему? Потому что меня сняли ни за что.
Забыли, что творилось на растворном. Я хоть какой-то порядок навела. Даем за смену на 20 кубов больше. За это Виктор Николаевич меня снял. Ну и что? Ну и что ты тут села? Вот что ты тут села? Ты что думаешь? Сейчас вся стройка, что ли, сюда прибежит? На руках тебя понесут в твою будку? Нет. Никому не надо твое старание. Ты что, этого не можешь, что ли, понять? Ходячая газета. Ну, зачем-то так? Требуют с нее? И она требует. Да кто с нее чего требует? Ну, как? Никто с нее ничего не требует, даже половинки. Валя, кто требует-то? Начальник, что ли? Он. Так ты сегодня убедилась, что он требует. Ну, для кого ж ты тогда стараешься-то, дура? Для кого? Для всех. А где они все? Валь, где все-то? Шофера да мы. Вот они твои все. Ты смотри на нее, а? Всегда она вовремя, всегда она точненько, всегда на месте. И ведь знает, что положено, что не положено. Откуда у тебя силы берутся? Зин, Зина, а ты видела, чтоб еще кто-нибудь вот так, как ты? Мне примеров не надо. Я сама себе пример. Ах, ты сама себе пример, ну знаешь. Тогда и работу найди такую, где сама себе. Вон, иди сторожем, слышь? Только не спи по ночам, а что? Будешь лучший сторож СССР. Ну, ладно. Ладно, Зиночка. А ты знаешь, как называют твой растворный? Нет, я скажу, Валя. Гауптвахта, да. Проштрафится шофер. Его к Зинуле на растворный. Хуже нет наказания. Слышь, Валя, мне мой Юра рассказывал. Вот она хвастает. Не было подъездов, я добилась. Ну, чтоб ты знала. А мужики больше зарабатывали, когда не было-то твоих подъездов. Да? Приедут, подъезда нет. Все, не повезем. Вот тогда прораб за один рейс пишет 2, а то 3, лишь бы согласились. Ты что, этого не понимаешь? Тебя же все терпеть не могут с твоей этой деятельностью. Слышь, Валь, а? Бумаги накупила в канцтоварах для докладных. Казенной ей уже не хватает. Ты что думаешь? Ты герой, что ли? Ты на этот пенек-то села? Да это не ты села. Это тебя жизнь вот сюда вытолкала в лес. За твою дикость, понятно? Зин. Зина. Зин. Просто мы твои подруги, и нам тебя жалко. Вот потому и торчим здесь и возимся с тобой. Да нам плевать, в конце концов. Сняли тебя, не сняли. Да не таких снимают. Ну а что особенного, Зин? Пойдешь в бригаду, будешь рядовая, как мы. Он у меня папку когда-то сняли, так был председатель колхоза. Ничего себе не выкаблучивался. Пошел рядовым колхозником. Ну, Зин, Зина... Зин, ну как ты можешь, а? Сегодня же у твоей лучшей подруги праздник. Людочка тебя ждет, Зин. Ну, Зин, любит. Знаешь, как любит? Ой! Ты. Сидит на пеньке, борется с Петренко. Да он же в это время пиво хлещет в буфете с дружками. Ну, да плевали они, Зин, вообще на тебя. Да что на тебя? На все на свете. Конечно, если вы плюете, что же им-то не плевать? Ну, как? Ну, что говорит? Ладно, Зин. Ну, что говорит? Зиночка, давай. Ты идешь с нами? Пойдем. Ну, нет! А этой Людочки вообще не было, если б не я забыла. Что? Кто Клаве жужжал, делай аборт, делай аборт. Зачем тебе ребенок без отца? Кто? Валь. Ты. Что она говорит? Одна я говорила, рожай. Потом он комнату отдельную выхлопотала, вместо в яслях выхлопотала. Вам молоко не давали за вредность, я пошла, добилась. По четверо в комнате жили, я пошла, добилась. Живете по трое, вы все забываете. Что это такое? Ну забывайте, забывайте. Что это такое, Валя? Ну конечно, а ты напомнишь. Вот за такое не задержится напомнить. Ой! Да что касается Клавки, это ты ей жизнь погубила, ты! И с хвостом осталось никому не нужное. Вот так. А помогаешь ты, чтоб только властвовать над нами, чтоб никто не мог рыпнуться и отказаться. Я тебя насквозь вижу. Не надо, нет. Страшный ты человек, Зинка! Ой, да не надо! Не надо! Не надо!
честная, честная, да, честная. За что ты сейчас толкала нас на что, на вранье? Скажите начальнику Капсяева, может повеситься, что все общежитие гудит, Назиночка. Общежитие гудит, но ведь ты нас врать посылаешь. Врать. А для чего? Чтоб только начальницей быть. Валя, ты что это такое, а? Прямо срослась она с этой будкой. Ты как будто родилась в ней. Ну, куда Зина, ты не в будке родилась. Ты у матери в этом животе родилась. Ой, ну ладно, хватит все. Ты идешь с нами? Нет. Ну ты куда? Домой. Зинуля, послушайся меня. Давай мы сейчас поедем. Отпразднуем день рождения-то. А сидеть ты на этом пеньке ты начнешь завтра утром. Да какая разница-то? Валь. А? Уйди. Уйди, Валь. Уходи. Быстро. Я тебя зачеркиваю. Уходи. Эх, девчонки. Нечего тебе тут рассматривать, нечего, нечего, бегом, бегом, бегом. Огурчик, надо, а вы мрачные. Время-то 9:00. Ну, нету ее. Ну, что делать-то будем? Клавка, надо всем сказать. Надо сказать. Да ну ее! Пусть люди веселятся. Сказали, будет позже, и все. Девчонки, девчонки, я вообще думаю, что она сейчас у этого своего, ну, ой, как его? Иван Федоровича? Точно! Голову даю на отрез у него. Валь, вот сходи. Это что он уже скрывает? Ну, прям. От всех скрывает, а каждому поодиночке рассказывает. Да ты что? Она же без договоренности-то к нему не ходит. А сегодня она обещала быть здесь до рождения, значит, не договаривались. Ой, Господи, потом она ходит туда после 12 и возвращается в 5 утра. Ну, ты же знаешь. Да я-то знаю, что ты мне договоришь. Ну и что? По такому случаю могла раньше, Валя. Валь, сходи. Честное слово, там она, Валя. Да ладно, я схожу. Вот. А вот если нету ее? А ты ему все расскажи. Кстати, Клавочка, у него машина, он сгоняет. У него машина? А если его самого нет? А я не знаю. Вот вернешься, тогда все решим. А ты такой холодный. Ты маленькая. Юрочка. Господи, почему не бывает все хорошо? Клава, а
фамилию, ведь я же не знаю. Да Иван Федорович, по технике безопасности. А номер комнаты? Да спросишь, там тебе скажу. Послушай. Муромской дорожке стояли три сосны. Прощался со мной миленький до будущей весны. Господи, ну почему же не бывает все хорошо? Ну, здравствуй. Здрасте. Кто вам сказал, что я здесь? По радио передали. Я сейчас проезжал, там демонстрация целая. У дома этого, твоего обидчика. Несут лозунги. Руки прочь от Зины Коптяевой. Вот ты, чертик в юбке. Сама посылала за мной, а теперь изображаешь? Что? Я никого не посылала. Не надо врать. Я никого не посылала. А Валентина Семеновна? Какая Валентина Семеновна? Валька, что ли? Я никого не посылала. Мне никто не нужен. Откуда же ей стало известно имя, отчество, номер комнаты? Если не посылала. Вроде мы с тобой договаривались, ничего никому. А? Как же так? Я свободный человек. Захотела и сказала. Уезжайте. Военные доспехи передвинуть можно? Посмотри на меня. Эй, ну подними глаза. Зина. Зина. Я сейчас руку уберу, голову не опускай, не опустишь. Имей в виду, если ты голову опустишь, я ее снова подниму. Так что опускать смысла нет. Ну. Ну что, лучшего места ты не могла найти, чтобы выразить свои гражданские чувства. Сколько раз ты была у меня? 10? 15. О, видишь, сколько ночей я потерял зря. Ну, мы с тобой больше разговариваем, когда ты приходишь ко мне. Я-то думал, что я научил тебя уму-разуму, помог в чем-то разобраться, понять что-то, усвоить. Не быть такой глупенькой, какой тебя выпустили в жизнь твои родители, романтики, моряки. Отец твой, боцман с острова Сахалин. Оказывается, я напрасно старался. У нее тогда оправдания нет. Я обыкновенный плут, мелкий грешник, а я был о себе лучшего мнения. Ну, ладно, ладно. Ладно, вставай. Поедем. Ты что, не намерена вставать? Нет. А можно я скажу тебе, почему ты не хочешь вставать? Я знаю, почему. Не знаешь? Это я знаю, а ты не знаешь. Я про тебя знаю в 1000 раз больше, чем ты про себя знаешь. Не в 1000, меньше. Вот когда ты так улыбаешься сквозь слезы, это прекрасно. Ты знаешь, тебе надо специально бить, чтобы ты плакала, а потом улыбалась сквозь слезы. Меня сегодня уже били. Ну, и теперь ты с этого пенька наносишь ответный удар, так, да? Ты, детка. Так вот, чтоб ты знала, сидишь ты здесь по одной единственной причине. Потому что ты села. Да. Сесть легко. Встать трудно. Это давно всем известно. Зинаида Коптяева объявила ультиматум. Как же она может встать после этого? Что скажут люди, если она встанет? Это же позор, полное поражение, стройка обхохочется, так? Нет, не так. Да ну, так, так. Так значит, все наоборот. Вот если ты досидишь здесь до утра, вот тогда обхохочется стройка. Да,
и все будут на тебя пальцем указывать. Вон идет та сумасшедшая, которая на пеньке сидела. Знаешь, а завтра вечером во всех общежитиях этого города, а он состоит из одних общежитий, этот город, будет написано 5000 писем. Ой, а у нас вчерась одна девка-то что учудила, села на пенек в лесу, заявила, как фамилия Шиферюги, который тебя обидел? Неважно. Ну, как фамилия? Петренко. А, заявила, пока Петренко на мне не женится, я с пенька не сойду. Да, это Петренко, оказывается, женатый шофер. Она с ним гуляла и забеременела, да? И теперь сейчас сидит в лесу пятые сутки и качает права. Вот так. А если ты поедешь со мной, все будет воспринято нормально. Ну, спылила, села, сказала. А потом подумала, остыла. Встала и пошла. Нормально. С каждым такое происходит каждый день. Сказал, нет, никогда в жизни, только через мой труп. А через час вернулся. Ладно. Хорошо, согласен. Развожусь, ненавижу, не хочу больше знать. Пришел вечером, вместе поужинали. Посмотрели телевизор и легли спать. Нормально. Это все понимают, это всем известно, все сами такие. Ну и потом, ну это ж чистая случайность, что ты оказалась на этом пеньке. Ну что ты, борец за права человека, Зинаида Коптяева, дурюха. Ладно, прощайся с ним. Приедем как-нибудь еще сюда шашлыки жарить, и ты будешь жрать шашлык, хохотать и вспоминать свою глупость. Ну, вставай, вставай, поедем ко мне. Вот так. Не трогать. Вы ничего не знаете. Чего я не знаю? Вы ничего не знаете. Ну что, меру вашей скорби не знаю. Или степень морального падения водителя Петренко? Знаю. Мне Валентина Семеновна рассказала в подробностях. Валька, что она могла рассказать? Она сама ничего не поняла. Ну ничего, еще поймет. Я не муха, которую можно прихлопнуть на ходу. Вы уезжайте. Вас не касается, зачем я здесь сижу. Единственное, если не трудно, сообщите, пожалуйста, Виктору Николаевичу. Можете не говорить, что мы знакомы. Просто случайно проезжали по этой дороге, увидели меня и подошли. А больше мне ничего не нужно. Ни от кого. Вот приедет барин. Барин нас рассудит, да? Ну ладно. Представь себе, что он уже узнал. Виктор Николаевич. Приехал, стоит перед тобой. Значит, товарищ Коптяева, я только что разговаривал с Петренко. Он категорически отрицает. Он клянется здоровьем своей жены и своих детей, что вы на него клевещете. У вас есть доказательства, что бетон, который находился в кузове самосвала водителя Петренко, был вами направлен на звезду Сириус, а не на планету Юпитер? Ну что вы молчите? У вас есть доказательства? Вы знаете, что для того, чтобы обвинить человека, требуются доказательства? Так, извините, принято в цивилизованном обществе. Значит, у вас нет доказательств. Тогда прошу встать. Вот так встать. Я не встану, пока он не признается. То есть как это вы не встанете? Вы что же, хотите таким способом заставить меня отменить приказ о вашем снятии? Кто вас научил таким методом? Ничего не выйдет, Коптяева. Да, я вас строго наказал. Ну и что? Вы знаете, что сейчас идет борьба за укрепление трудовой дисциплины? Вы газеты читаете? Какую газету вы выписываете, Коптяева? Здорово вы боретесь за дисциплину. Сняли самую дисциплинированную. Поскромнее. Поскромнее, Коптяева, возомнили о себе.
Значит так, одно из двух. Или вы сейчас встаете и отправляетесь на работу, или я буду вынужден звонить в милицию. Ну вы что же решили? Кому вздумается, тот может на каком вздумается пеньке сидеть? На территории? Коптяева, если вы сейчас же, сию секунду, не подниметесь, вас поднимут и увезут. Пусть. Отпустят, я снова сюда приду. А в таком случае вы будете уволены за прогул. Да-да, выпишем из общежития, посадим в поезд и тю-тю. А я на следующей остановке выйду и снова сюда приду. Пускай идет дождь, пускай идет снег. Я буду сидеть. Вот-вот-вот. Ты громче кричи. Громче. Сидеть. Слепые котята так визжат, когда их топят. Вот добьешься ты этим своим сидеть, только одного. Единственный человек, которым от этого будет плохо, это вот. Что? При чем? А при том, что если ты досидишь на этом пеньке до утра, то завтра начнется расследование. Нет, не по поводу Петренко, это никого интересовать не будет. Интересовать будет сам факт сидения на пеньке. Да, найдется какой-нибудь деятель, который заявит: вы что, не понимаете, что значит сидеть на пеньке? Да это же... А ты как думала? Потянут твоих подруг. Как же так, спросят их, как вы могли оставить ее ночью одну в лесу? А мы ее не оставляли, скажут они. К ней туда поехал один человек, ее друг. Ах, у нее есть друг, скажут они. Кто такой? И все. А тут, как тебе известно, жена моя должна скоро приехать. Да, очень вовремя ты села. Ты же прекрасно знаешь мое положение. Мне скоро должны дать квартиру. Для меня это очень важно. Сын больной. Я ведь их должен как-то устроить по-человечески. Только после этого я могу что-то решать с женой. Знаешь ты, как ко мне относится здесь и Виктор Николаевич, и особенно управляющий трестом Борис Емельянович. Только и ждет, чтобы я на чем-нибудь сорвался. Потому что я не прощаю ни одно нарушение по технике безопасности. Ты пишешь докладные, а я ведь составляю акты. Сижу у них в печенках с этими актами. Если им станет известно, так вот они скажут, какие наши принципиальные товарищи. Знаешь, распишут, размалюют так, что ни квартиры, ни житья никакого. А тебе-то что? С тебя взятки гладкие. Ты холостая, а уж на мне потопчется с наслаждением. Поедем. Ну что ты, миленький, не надо. Я же понимаю, как тебе больно, обидно. А что делать? Ты же видишь, как все сплелось. Я тебя так ждала. Думала, Господи, хоть бы он узнал и приехал. Девчонки меня бросили. Я на тебя так надеялась. Правильно делала, что надеялась. Ну, ты же видишь, я же сразу примчался. Ну, ты поверь, если бы я видел, что ты можешь что-то изменить этим своим сидением, я бы тебя стаскивать не стал.
Хоть бы что. Я вижу, это бессмысленно. Глупо. Работает против тебя, против нас. Знаешь, я вообще считаю, что тебе надо сейчас с Растворного уйти. Повоевала и хватит. Найдем тебе другую работу, поспокойнее. Ну, знаешь, была там в самом пекле, в самой гуще зарабатывания денег. А знаешь, где пахнет деньгами, выгодой. Это страшные места, это не для тебя. Сторожем, да? Лучший сторож СССР? Ты о чем? Я не пойду с тобой. Извини. Я не должна отсюда уходить. Не должна. Зина. Я стану другой. Я стану другой, если уйду. Зина. Зина. Зина, тебе... Возьми себя в руки. Ну что ты? Зина, тебе это не грозит. Ты не станешь другой, Зина. Стану. Я прямо чувствую. Я ступаю и чувствую. Я становлюсь другой. Другой. Я не знаю, что делать. Я могу совсем только уехать. Слушай, поезжай за вещами, скажешь девчонкам, они соберут. И привези сюда мой чемодан. Первым поездом я уеду, прямо отсюда. Поезжай за вещами. Зина, ну что ты делаешь? Зина, ну что ты села опять? Поезжай, я сказала. В 5 утра есть поезд, ты отвезешь меня, и я уеду прямо отсюда. Я больше ничего не могу сделать. Поезжай за вещами. Зина, не надо преувеличивать. Ну, поедем со мной, все будет нормально, Зина. Поезжай, я сказала, я вообще отсюда уеду. Мне потом пришлют трудовую книжку, другую заведу, неважно, поезжай за вещами. Ты что, это серьезно? Не знаю. Знаешь что? Поезжай и скажи Вале, что ты сюда не поехал. Передумал. Что? Ты сюда не поехал. Тебя здесь не было. И все. Давай так. И я так скажу. Ты ни в чем не будешь замешан. Хорошо? Давай так. Я должна своего добиться. И я добьюсь. Иначе я стану другой. Другой я не хочу. И тебе не надо, чтобы я стала другой. Хорошо? Только позвони Виктору Николаевичу из автомата. Можешь себя не называть. Скажи так и так. Она сидит там и все, вешай трубку. Хорошо? Сделаешь. Зина. Я очень тебя Зина. Прошу. Хорошо? Поезжай. Зина. И скажешь Вале. Зина. Ты ничего не добьешься этим своим сидением. Добьюсь. Я теперь точно знаю, добьюсь. Да тебя просто как дурочку обведут вокруг пальца. Устроят спектакль. Какой спектакль? Обыкновенный. Вызовут того же Петренко. И скажут ему. Старик, мы тебе верим. Ну ты же видишь, дурь ей в голову ударила. Сидит там. Поэтому мы тебя просим, признайся, скажи, что было. А мы тебе влепим выговорок, о котором ты можешь тут забыть, чтобы только убрать ее оттуда. А потом мы ее спровадим. Найдем способ, она долго на растворном не будет. Тебе нужна такая победа. А другой не будет. Это лучший вариант, который тебя ждет. Пойми, ты редкий. Способный, прекрасный человечек, но ты живешь по одним законам, а многие, очень многие, по другим. Да, для них самое главное побольше заработать, жить лучше, богаче. И вот этой своей лучшей жизни они добиваются, приспосабливаясь к тем условиям, которые их окружают. Ну, скажем, ну почему Петренко халтурит? Да потому что на стройке транспорта не хватает. Ведь если бы хватало, в его услугах никто бы не нуждался, и он вкалывал бы за милую душу у тебя на растворном. А если бы этих «Жигулят» было вдоволь, бери, не хочу, этой истории вообще в помине бы не было. Ну что там сражаться насмерть с отдельно взятым подонком Петренко? Они живут так, как их учат обстоятельства.
и Петренко, и твои подруги, да и твой Виктор Николаевич. А ты живешь, как учит Лев Николаевич. Нет, это прекрасно, конечно. Я не призываю тебя переучиваться, но просто таким, как ты, всегда будет плохо. Всегда трудно и больно. Это твоя судьба, девочка. Да-да, характер человека, его судьба. Знаешь, это с женой легко развестись, с чужим характером. А со своим характером не разведешься. Ну что ж думаешь, что я глупее Виктора Николаевича и других? Да не глупее, уверяю тебя. Просто моя душа через какие-то вещи переступить не способна. Поэтому я по технике безопасности оклад 140 ре. А что делать? Или-или. Надо выбирать. И надо себя знать. И как-то с достоинством нести свою судьбу, а не впадать в истерику, усаживаясь на первый попавшийся пенек. Ведь так пеньков не хватит. Зина, отступить вовремя – это тоже мужество. Сохранить себя, свою душу, свою честь. Но я же тебе не враг. Прожил в два раза больше, я что-то понимаю. Поэтому я прошу тебя, встань и забудь, слышишь? Ну, я прошу тебя, как просил бы свою сестру, ну, своего сына, наконец. Забудь, поедем. Это глупо здесь сидеть, ты понимаешь? Глупо, глупо. Нет. Нет, нет. Ну что ж. Тогда извини. Я воспользуюсь твоим предложением. Я скажу Валентине Семеновне, что я сюда не поехал, передумал. И тебя прошу, если понадобится, подтвердить, что меня здесь не было. Договорились. А? Я в последний раз прошу, советую, поедем. Ну что ж, тогда прощай.